أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Сегодня у нас на очереди Суратуль Гумазах. Говорим أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم и начинаем первый ее аят. Буква ВАУ А ВА ВАЙ Вай-люн-ли. Но здесь под очевиду будем соединение делать. Видите, на второй «л» есть таштит. Это говорит о том, что здесь надо сделать соединение. Вот так будем делать. Люн-ли. Вместо вот это «люн-не» она втыкается в букву «лям» и как бы удваивается. Вай-люн-ли. Вай. Люли. Дальше. Ку. То, что это кяф, он длинный, это не значит, что он тянется. Просто для красоты так сделали. Вай люли. Кули. Дальше. Ху. Мягкое на выдохе. Ху. Ма, за звонкое, тин, лю. Здесь то же самое. Правило говорит таджвидер, когда танвин, как и до этого было, когда танвин встретится с буквой лям или ро, то будет соединение. Без назализации, то есть без гунны. Давайте еще раз. Ху, ма, за. Тилю. Тилю. Тин-лю не будет. С таджвидом тилю будет. Вот это не вторая, да? Ти-н. Не. Вот это не, она втыкается в лям. И как бы удвоение делаем. Тилю. Ма-за звонкая. Ма-за. Тин написано. Но при остановке только будет использоваться буква «Х», вот это. Эти две точки и «Кяс», и «Фат», эти «Хараке» отпадают. «Ма-за-х». «Лю-ма-за-х». Потому что конец аята. Здесь будет невидимый сакун стоять. Это отпадает. Следующий аят. В данном случае здесь не показано харакя А, но мы будем ее читать здесь как А. Алла, алла, ви, кончик языка выходит, не звонко. Алла, ви, ви, чуть-чуть тянем из-за того, что здесь вот это Я. Видите, она не огласована ничем, значит, она будет удлинять предыдущую. То есть, даль, буква даль, плюс Кясра, И, и плюс еще одна И. Ви, ля, ви. Дальше. Джа, ма, это буква Айн такая. Джа, ма, а. Ма. Удлиняем, вот он, алиф. Мэ плюс А плюс А. Алиф не огласован, значит, он будет удлинять. Мэ. Ма, лян, ля малиф это, да? Лян. Потом, ва, ляуа. Будет правильно по таджвиду. Ляуа. Тоже это из правила таджвида. Ляуа. А, это буква айн. А-а-да. А-да-да. А-да-да. Так как остановка здесь, потому что конец аята, саку невидимый нарисовывается здесь, харакя уходит, остается только буква «Х». Ва-а-да-да. Ва-а-да-да. Следующий аят.
Яхсабу анна малаху. На выдохе. Ху. Удлиняем вот здесь, вот показано удлинение. Малаху. Видите, волна большая, значит удлинение большое должно быть. Лаху. Дальше. Ах. Ах. Х. Со скрипом. Точка. Ах. Ля. Да. Х. На выдохе. Ахлада. 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 Дальше. Кялла. Ля-ю. Ля-ю. Видите, нун и сверху мим. Тут как бы сакун, по идее. Ля-юн. Ба потом идет. Но то, так как здесь мы по правилу таджвида стараемся читать, поэтому... Вот это вот нун по правилу таджвиду превращается в мим. Будет вот так. Ля-юм. Губами держим это, как мим. Ля-юм-ба. Вот так будет правильно. Ля-юм-ба. За. Кончик языка выходит. Ни в коем случае звонко за не читаем. За неправильно. За. Ба-за, ба-за-на, фи. Должно удлиняться, не будет удлиняться, потому что после удлинения пришел сакун, вот он, лям. Филь, филь, ху, ху, ху неправильно, ха это, гладкое. Ху, то, грубое, да? Ху, то. Ма. Ма. Из-за остановки Т отпадает согласовка и остается буква Х. Ма. Ху-то-ма. Ху-то-ма. Следующий аят. Ва-ма. Много тянем. Вот это удлинение большое. Четыре алифа тянем. Вама ад. Ад. Ро. Вот его запятает. Удлинение идет на ро. Ро. Ка. Маль. Тоже должно удлиняться, но не будет удлиняться, потому что... Сякун пришел, вот он, лям. Маль. Ху, ху, ху. Дальше. То, ма. Ху, то, ма. Дальше. На, будет удлиняться одну секунду. На, ру. Алиф не читаем, это не огласовка. Сразу переходим на следующую букву, на Л. Наруллахи. Слово Аллах читается ла грубо, да? Алло. Обычно лям читаем ля, но в слове Аллах ла будет. Только когда предыдущая буква до него, которая будет и, если было бы здесь ри, а не ру. Только с «ри» будет читаться мягко. «Ри-ля-хи» было бы, да, например. Но здесь «а» или «у», если будет, то через «Аллах» будет грубо читаться. «Ла». «Ля» не так, не «ля», а «ла». «Нару-ла-хи». «Нару-ла-хиль». «Хиль». «Му».
удлиняем, вот он, вау, удлиняется, да? Мэ плюс у, му, му, ко, ко-то, грубо, ко, ке, неправильно, ко, 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 как курица делает же, ко, 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 вот так же, ко, да, ко, да, му, ко, да. Следующий аят. Здесь не написано А или И или У, но здесь будет А. Читаем через А, хорошо? Аллати будет удлиняться, потому что вот приклеена к нему Я. Не огласованная она, значит, будет удлинять звук И, вот он. Т плюс И ТИ. Аллати. Аллати. Та. И тут буква ТО удвоенная. Тато. Тато. Та-та неправильно будет, потому что вы в голосе должны показать, что это разные буквы. Здесь же разные буквы. Это буква Та, это буква ТО. Грубо, как буква КО. КО, ТО, ТО. А это Та, Та, Та. Тато. Буква ТО удвоенная, так читаем. Тато-ли-у. 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 Дальше. А-ля-ль. Алиф не читается. Проходим на Л, переходим. Вот он, Л. И вот сакун его. Л. Еще остается Алиф. Да, это же Ля-ма-лиф. Почему его Ля-ма-лиф называют? Потому что у него две буквы в нем в одном. Вот лям и алиф. Лям занятый сакуном, алиф читается с а. Итак, а-ля-ль, а-ля-ль, а-ф. Сакуном, да? Аф, и, да, х. Аф, и, да. Аля-л-аф-и-да. Понятно, дальше идем. Инна-га. Алей. Алей. Хим. Видите, мим сакуном первый. Не написано, это говорит о том, что надо соединить его со следующей буквой. Это как слово «весенний». Здесь две «м» встретились, один сакун, вторая согласовка. Будем делать соединение. «Гимму». Тут даже подсказка вот есть, таштит. «Гимму». И тут две буквы. Читаем то, что сверху всегда так будет. Сверху у нас маленький алиф, хамза. Значит, алиф будем читать, уау не читается. Просто надо алифу где-то сидеть. В воздухе он не может. Поэтому он сел на букву «вау». А тот, кто сверху, тот и оседлал, тот и рулит. Запоминаем это. И алиф сакун, он как будет? А, как бы алиф не договаривая, да? А, му, а, му, а. Алейхим, му, а. Му, а. Со. Буква сод следующая. Не ся, а со. Грубо. Коты. Сода. Му. Сода. Думаю, понятно. Дальше идем. Фи. Удлиняем. Фи. Вот она, я приклеена к нему. Это неогласованное, значит, удлиняет ф. Фи. Дальше буква айн. А-ма-дим-му. Дим-му. Дин-му написано, но так как есть правило таджвида, танвин встретится с буквой мим, то это будет делаться идгам, здесь соединение с назализацией. А-ма-дим. Видите, подсказка с таштин стоит. А-ма-дим-му. Ма-да.
Мада, удвоенное д, еще раз д, дах. Давай этот аят еще раз прочитай. Фи амадим мадада. Мадада. Подписчики просят прочитать полностью суру в конце. Сейчас я прочитаю, последите. Вайлю ли кулли хумаза тиллю маза. Аллази джамаа малау ва аддада. Яхсабу анна малаху ахлада. Калла ла юмбазанна фил хутама. Вама адрака мал хутама. Нару Аллахи л-муқада. Аллати татталиу аля л-афида. Иннаха алейхим муқсада. Фи амадим мумаддада. Если видео было вам полезным, ставим лайк, оставляем обязательно положительный комментарий, чтобы люди видели, чтобы я тоже видел, вдохновился вашим комментарием. Спасибо вам большое, все, кто оставляет. Я так просматриваю, когда у меня есть время, комментарии учитываю. Ваши потребности. Альхамдулилля. Спасибо, что слушали, смотрели. Не останавливайтесь, читайте, тренируйтесь. Кто не понял, еще раз пересмотрите это видео. Второй раз намного будет понятнее. Ассаляму алейкум ва рахматуллах.